Здравствуйте, коллеги! Всех приветствую! Актуальные тренды Wall Street. Все как всегда, в 17.30 мы с вами в эфире. Так, вижу, первые плюсы у нас с вами пошли. Здравствуйте на нуле. Всем приветствую, благодарю за внимание, кто сегодня к нам, собственно, успел, пришел вовремя. Вот, как всегда, в стандартном с вами режиме начинаем с индекса доллара. Далее плавно переходим к остальным валютам и активам, которые у нас с вами доступны, да, и, соответственно, их всех будем разбирать. Вот, обсужу, какие позиции я открывал, да, что, собственно, сейчас есть на рынке, куда, собственно, мы идем и так далее, да. Вот, сейчас, в принципе, коллеги, вижу, да, постепенно подключайтесь. Смотрите, если видно, если слышно, пожалуйста, плюс, да, чтобы я понимал, что со звуком, со связью все окей. Я так понимаю, что, скорее всего, окей. У меня здесь, в принципе, все мои показатели в норме, да, звук идет. Вот, поэтому, если у вас также там все окей, тогда, пожалуйста, пишитесь, и мы будем, собственно, стартовать. Так, все, вижу, да, отлично, Игорь, все, благодарю вас. Все, переходим тогда уже непосредственно уже на к анализу рынка, и что мы сейчас с вами видим. То есть у нас доллар и далее продолжает снижаться, да, то есть и далее мы уходим с вами вниз к новым-новым минимумам, мы их постепенно бурим и ищем там поддержку, да, но, как видно, пока что поддержки нету. То есть пока что в рынке покупателя доллара нету, я думаю, что пока что он у нас, ну, непонятно, когда у нас с вами встретится, да, то есть у нас чисто ориентир, но он условный, да, то есть это 95, то есть такая вот определенная отметка. Почему я взял 95 за такую вот цель? Ну, как бы середина прошлого года, где мы достаточно долгий период здесь вот расторговались на протяжении всего предыдущего года перед вот этим вот импульсом, да, перед зимней, так сказать, паникой, да, и ростом доллара. Вот, я думаю, что, в принципе, вот в этом диапазончике мы где-то должны остановиться. Вот, то есть не совсем ясно, конечно же, где точно, но вот первая цена 95 у нас с вами есть. Вот, мы практически план уже выполнили, да, то есть дальше продолжаем с вами бурить минимумы, дальше продолжаем снижаться. Вот, сегодня у нас, собственно, снижение было продолжено, ну, продолжается с большей силой. С чем это связано? Ну, в первую очередь, с тем, что у нас, вот давайте вот так вот я подведу. Вот, в первую очередь, это связано с тем, коллеги, что у нас вышли новости, да, достаточно сильные по доллару, выходили новости по инфляции, сейчас буквально минуту покажу вам календарь, да, буквально в 15.30, да, вот в момент, собственно, у меня часть сделок там даже пофиксилась, вот сейчас расскажу, какие, вот, я-то там повыходил на вот этом вот импульсе сейчас, коллеги, значит, да, у нас было данные по инфляции, и индекс потребительских цен у нас выходил, он у нас вышел хуже, да, чем прогнозировалось, да, то есть прогнозировалось 1,7, в предыдущем периоде мы показали 1,9, а вообще вышло вообще, в общем 1,6, да, то есть инфляция замедляется, ставки не повышает, там Елен еще по голове доллару дала, да, то есть, ну, в общем, все плохо для доллара, и, соответственно, мы уходим дальше вниз, вот. Поэтому сейчас, в принципе, картина, которую мы с вами, в общем, обсуждали на всей текущей неделе, она как бы отрабатывается, да? То есть мы идем туда, куда нам и нужно было идти, да? То есть продолжаем идти туда, куда, собственно, мы и собирались идти, да, с вами ранее. Вот, наши цели, то есть помним с вами по вчерашнему дню, опять же, говорил о том, что, в принципе, вот здесь достигнут у нас ближайший максимум на текущей неделе 95-99. Я говорил о том, что вряд ли его мы пробьем. Первые ориентиры — это у нас вот это вот, собственно, вот такая вот линию я провел, такой канал регрессии, да, откуда можно будет, в принципе, и доллар продавать. Вот, соответственно, неопределенные позиции там на продажу я делал сегодня. Вот такие небольшие внутридневные сделочки были, то есть время, в принципе, было. Вот, в целом, что сегодня? То есть, в принципе, тренд у нас и дальше продолжается, да, то есть на ближайшую неделю, которая у нас с вами будет, коллеги, для доллара будут вот эти уровни, которые сформировались на сейчас. Это где-то примерно 95, вот эта вот точечка, 95-92, да, 95-93, вот эти максимумы, да, которые я вам отмечаю сейчас, вот, они будут актуальны, да, на следующей неделе. То есть вот если будем подниматься к ним, то я думаю, как раз-таки здесь у нас будет уже формироваться какое-то сопротивление, да. Не факт, конечно же, что мы к ним уйдем, поэтому дополнительно ориентиром для себя возьмем уровень 95-46, да, то есть возле него
Я думаю, что он будет выступать такой ближайшей поддержкой, да, для нас. Это будет точка слома находиться у нас с вами 95-94, а ближайшие поддержки будут находиться, соответственно, здесь. 95-46 это будет ближайшая, вернее, не поддержка, а сопротивление. Да, здесь были у нас минимумы, вот это так называемые экстремумы, которые мы успешно сегодня пробурили вниз. Вот, поэтому я думаю, что если в понедельник будем к ним разворачиваться, за них можно будет попробовать зацепиться, да. Вот. Понедельник это будет первый наш с вами ориентир, да, от которого ну, там уже наметятся какие-то там границы и так далее, возле которых мы, собственно, будем работать. Вот. А на сейчас, в принципе, ну, как бы глобальная тенденция продолжается. В принципе, доллар и дальше можно смело продавать. Да? Вот, цели в 95 мы с вами обозначили, и, соответственно, ну, от них мы работаем. Вот, как бы по доллару такая, собственно, картинка. Пока что, в принципе, разворота у нас с вами нету. Как видите, фундамент не поступает какой-то, какой-либо, да, за который можно было бы цепляться, вот, который мог бы развернуть рынок. Вот, поэтому пока что и дальше мы уходим с вами вниз. Здравствуйте, Александр. Вот, поэтому я думаю, что пока что, ну, светлые времена для доллара не наступили, да, то есть такая темная полоса, да, в жизни доллара. Возможно, уже на осень что-то изменится, да, либо на конец августа, но пока что нет, да, либо середину там августа, то есть ближайшие до конца месяца, я думаю, что дальше будем однозначно снижаться. Вот, и как вот эта напасть у нас с долларом началась в начале текущего года, вот этот вот мы попробовали такой вот маневр вверх сделать, да, и на этом как бы все завершилось, да, я думал в начале года, что в принципе вот этот вот прыжок вверх, такой, да, и как бы вот-вот-вот, и отсюда будем прыгать вверх. Но, ну, будем как-то пытаться выползти, да, после вот этого всего пампа, который был ранее. Но, как видим, не судьба, да. То есть после того, как мы начали бурить вот этот вот минимум, мы успешно начали его пробивать, не добрались даже до ближайшего хаёчка 101.79, я понял, что, в принципе, да, ситуация крайне негативная. Вот, и, безусловно, здесь все же актуальнее глобально искать пока что продажи, шорты, да, там ситуативно мы будем искать, безусловно, покупки доллара, но пока что их нету. Вот смотрите, в нашем случае следующий актив у нас идет, это евро-доллар. По еврику, то есть все, в принципе, как и раньше, есть шансы на заход вверх. То есть я думаю, что, скорее всего, пытаются его закинуть туда вверх. Смотрите, что по евро интересно. То есть мы вроде бы стоим в таком вот флетике, да, то есть вроде бы стоим во флете, пытаемся что-то вот сделать, какой-то там рывок вверх. И, в общем, в принципе, вся текущая ситуация, она, ну, явно носит характер флета, да, то есть пока что нету явной определенности. То есть что у нас здесь, собственно, с вами получается? То есть если чисто по технике говорить, то смотрите, по евро-доллару, вот здесь вот у нас есть такой минимум, который ранее был на прошлой неделе, да, вот на нонфарме вот здесь он сформирован, вот этот вот заходик вниз, да, то есть пытались на нонфарме бить вниз, то есть били по бедам, видите, и не получалось проходить ниже, да. И вот здесь, соответственно, на нонфарме и сформировалась наша вот эта вот поддержка. 13.78, чисто технически, да. На этой неделе, вчера мы пытались ее пробить. Мало того, что здесь минимум находится, да, так тут еще и опционы у нас натыканы, да, просто прямо шклондайк, да. Естественно, ниже не пустили. Также вот сегодня, буквально вот на сегодняшней сессии, здесь вот более-менее внятный опцион у нас с вами появился, да, который, в принципе, также, ну, такой незначительный, да, но он, в принципе, есть. Вот, поэтому этот уровень, я думаю, что будет удержан в ближайшее время, и он будет давать толчок вверх, да, несмотря ни на что, да, то есть нам, у нас есть потенциал, и я думаю, что, в принципе, рост по евро-доллару будет, да, то есть евро-доллар имеет все шансы движения вверх, да, то есть в сторону 1.15, ну, я думаю, что точно залетим с вами, да, и пока что, ну, все говорит только об этом. Вот, внутри дня ситуативно, да, безусловно, там могут быть разные развороты, разные прыжки и так далее. Если быть честным, сегодня у меня даже стояла отложка здесь по евро-доллару по 13.91 от ближайшей границы, да, вот, хотел, в принципе, купить, но не получилось, да, то есть не взяло, да, утром он увидел вот эту вот проторговочку, вот, сюда вот кинул отложку, но, как видите, мы ниже не спустились, да, но, в принципе, желание было достаточно сильное это все дело купить. Вот, если говорить о глобальном характере, да, то, в принципе, вот где-то примерно возле 15.83 уже начинаются наши опционы, да, то есть начинается наш продавец. Вот, поэтому я думаю, что, в принципе, в сторону 15, ну, мы имеем очень высокие шансы пройти, да, выпрыгнуть туда, наверх, а уже оттуда уже можно будет говорить о каких-то шортах, да, поэтому на сейчас все же более актуально это смотреть точку в лонг. Точка в лонг хорошая будет ниже 14, да, то есть ниже уровня 14 можно, собственно, уже что-то подбирать, да, но не раньше. То есть вот на сейчас смотрите, что у нас сформировалось, то есть в целом вот
возможно, из-за вот моих опционных уровней немножко картина не совсем ясна. Смотрите, у нас с вами есть уровень 13.81, и ниже него мы не пойдем. Да? Если спустимся ниже, тогда уже нужно будет что-то предпринимать, искать покупку где-то возле 13.13, да? 1.13.13, то есть не раньше. Вот. Глобально, в принципе, потенциал к росту есть. Подбирать интересно. Смотри, я думаю, вот этот весь памп, который сейчас был, ну, сейчас будет идти флэт, да, и вот перед флэтом, вот как бы вроде бы, вот тут вот, какой-то и максимум, да, сейчас нам рисует вот, вот да, секунду. Так, у меня сейчас он обновится. Вот, смотрите, получается, вот вроде бы и максимум, да, у нас с вами есть, и вот такой вот хороший уровень, и так далее, все красиво, да, я думаю, что будет вот дополнительный вот такой вот какой-то ажиотаж, то есть толчок вверх, какой-то спайк, тогда вынос, чтобы, ну, вот, ну, высадить уже всех, да, либо вот мы поторгуемся, и потом плавно-плавно начнем расти, да, и все будут сидеть, думают, блин, а евро-доллар, наверное, пробил, а нет, выше 1.15, и тогда уже можно будет набирать, да, я вот считаю, что шорт, по евро-доллару, в принципе, вот хочется, да, сделать. Мне вот на протяжении всего вот этого движения я вот уж продаю этот евро-доллар, но безуспешно. Вот, начинал его продавать там по 0.8, по 0.9. Вот, как видите, не судьба. Да, тут просто все у меня уж сеяно шортами. Только уже где-то примерно по 11 пришло понимание, что, наверное, хватит его продавать, нужно покупать постепенно. Вот. Поэтому сейчас, но я покупаю его больше внутри дня, я, конечно же, смотрю, ну, больше я медведь, да, по евро-доллару и смотрю, конечно же, в продажу, потому что поэтому доля объективизма, конечно же, здесь не будет, то есть здесь в основном субъективизм, да, для вас от медведя по евро, вот. Поэтому больше мне, конечно же, позиционно хочется его продать, да, евро-доллар. Но я боюсь, да, боюсь, поэтому, в принципе, рекомендация будет только следующая, это дождаться 1.15 и там уже что-то, собственно, предпринимать. Но внутри дня, чисто вот как вот визуально, да, если проанализировать, то видно, ну, явно, коллеги, что вот минимум проходит, все минимумы удерживаем красиво, то есть технически, ну, очень, ну, даже придраться не к чему, да. Вот, поэтому я лично считаю, что пока что евро-доллар смотрится в покупку, ниже 14 это будет делать интересно, да, ну, как минимум, вот возле вот этих минимум, там, 13.90 будет хорошая цена в лонг, да, то есть, ну, вот где-то примерно возле этого уровня можно, возле этой цены можно будет уже предпринимать какие-то действия на покупку. Вот, я думаю, вот эта вся ситуация, ажиотаж, вот этот вот прыжок вверх, он, в принципе, у нас будет, ну, как и дальше, да, но, скорее всего, уйдем с вами в коррекцию, да, в ближайшее время. Как-то примерно так. Так, коллеги, продолжаем наш с вами экскурс. Да, следующий актив у нас с вами это фунт. Итак, по фунту, ну, вы видите, да, сами этот хайп. Вот, сегодня утром я подкупил, да, прямо с вот этой вот синей зоны, да, моей, это у меня называется, ну, на моем жаргончике, да, положительная зона. Вот в рамках которой, в принципе, крайне часто у нас бывает отсюда выход. Вот. Смотрите, что интересно. Вот мы с вами выстрелили, да, отсюда. Ну, я взял совершенно маленьким объемом. Вот. Ну, половину как бы движения. Я не думал, что, в принципе, так сильно мы выстрелим на новостях. Вот. Но, как видите, получилось. Да, улетели достаточно сильно. Ну, то есть, ясно, что там вот, сколько я там миллионов не заработал, да. Но в целом, в принципе, я думаю, что движение по фунту примерно то, что мы с вами и планировали, да, то есть мы смотрели, что есть 1.3, мы его отмечали, целились в этот 1.3, вот ранее так же делали с вами разметку, вот, и как видите, в принципе, ну, вполне ожидаемо, да, то есть 1.3 у нас успешно пробурили и идут дальше вверх. Вот, мы помним с вами по опционной доске, да, ранее рассматривали, что, в принципе, от 1.3 можно за него цепляться, но, опять же, объемы туда вообще никакие не заходили, да. Вот, поэтому, но при этом помним, что 1.31 заходил достаточно крупный продавец, да, поэтому я думаю, что вот весь основной, как бы, накал страстей у нас, собственно, начнется уже возле 1.31, да, вот, вот именно вот там уже что-то будет, соответственно, у нас с вами происходить. Вот пока этой цены нету даже на Форексе, а на фьючерсах, то есть и подавно, да, хотя не, фьючерсы как раз-таки у нас уже зашли в эту зону, вот, 1.31. Сейчас вам покажу опционную доску, что у нас там, собственно, происходит в ближайшем опционном контракте. Вот, картинка у нас, коллеги, следующая, то есть явно видно, что, в принципе, доминирует у нас продавец явно намного выше, да, и засел, то есть возле 1.31, и уже отсюда можно будет какие-то продажи делать, да, если говорить о, ну, с учетом опционной премии, перевода на Форекс, то
мы будем где-то с вами находиться примерно возле 1.30.10, где-то вот примерно вот так вот. У меня, собственно, вот эта вот разметка, вот где этот наш с вами уровень будет находиться, вот, как видите, достаточно высоко, вот. И возле него, вот он у меня отмечен, Max Volume Strike, Call Strike, да, и вот следующий за ним Max Volume Call Strike, да, то есть два вот этих уровня, вот, достаточно интересные, так, позатевали, так, это накопление, да, идет. Вот, поэтому отсюда, я думаю, что в первой продаже можно будет каким-то образом цепляться за них, а это 31.20, вот, существует у нас с вами две практики использования, да, то есть агрессивная, когда мы впрыгиваем в рынок и просто его разрываем, либо он нас, то есть идет, к примеру, вот какое-то снижение, и здесь у нас с вами есть точка. Вот, и отсюда мы как бы с, ну, самыми сильными надеждами, да, начинаем покупать, да. Здесь мы начинаем сидеть, а здесь получаем эйфорию, да. Вот, это первый вариант, вот. И, соответственно, здесь у нас находится наш опционный уровень. Это первый вариант, да. Второй вариант заключается в том, что у нас есть опционный уровень, так же самая ситуация, вот эта же самая ситуация, только мы начинаем с вами покупать, когда мы начинаем расти, да. То есть, условно говоря, когда мы перебьем этот уровень, то есть, или закрепимся выше него. То есть, нырнули ниже, закрепились выше, там хотя бы часовой свечкой, да, либо максимум какой-то перебили на часе, да, либо там какой-то дневной локальный максимум, перебили его возле этого уровня, и все, мы начинаем покупать, да, то есть открываем buy. Я использую либо первую, либо вторую стратегию, то есть, ну, в зависимости от того, какой объем здесь заложен, если объем, ну, он есть, да, но мне как бы он не устраивает. То есть, допустим, я смотрю сейчас на евро-доллар и понимаю, что вот на фунт-доллар, я понимаю, что от 1.31 я буду, скорее всего, использовать первую стратегию, да, но при этом, при всем, вот эти уровни, которые у нас есть, 1.30, 1.30.50, возле них, да, в них есть объем, безусловно, то есть выше 2000 контрактов, то есть, ну, достаточно такой, ну, хорошенький, да, объем, ну, рынок от него отталкивается, но в них я не совсем уверен, поэтому я буду использовать вторую стратегию. У каждой из них есть, ну, подход, вернее, это не стратегия, а подход. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. То есть часто бывает, что здесь мы можем выловить более лучшую цену, да, и залететь, и стоп более дальний поставить, что снизит, ну, условно, так чисто теоретически наш риск, да, то есть потому что в нашем случае вот здесь вот будет ходить рынок, да, и он вполне вот этот вот стоп, который здесь будет под минимум, может вполне спокойно сбивать, а у вас стоп будет ниже, потому что вы здесь-то докупились, да. Второй момент заключается как раз-таки в этой ситуации, что рынок, он может не улетать вверх, а вот здесь вот расторговываться, и вот здесь, собственно, опять мучить, да, нас. Вот, поэтому две бывают ситуации. Вот такая вот ситуация недавно была по австралийскому доллару на прошлой неделе в пятницу. Мы там пытались купить, но я смотрю, уже никуда не идет. Ну, я уже скинул позицию, и потом, там, через два дня мы уже пошли вверх. Вот, собственно, здесь два будет подхода, да, то есть либо так, вот, как вам удобнее, то есть вы можете это лично для себя уже решить, и как вы расторговываете. Вот я также для себя решаю, какой подход я выбираю. Вот, в моем случае по фунту есть уровень, да, за который я цепляюсь. Уровень у нас проходит по цене 13. Так, давайте вернемся по 13.2, 1.31.2, давайте более буду точным, 1 или 13.12, да, к тому, как удобно, либо 1.13.121, то есть можно как бы крутить по-разному, да, но суть одна и та же, да, то есть этот уровень остается, и возле него, соответственно, я буду работать. Вот, я думаю, что возле него как раз-таки VS Action уже будет начинаться, вот после такого вот пампа сильного, который мы видим сейчас, 123 пункта для фунта достаточно сильно, скорее всего, сейчас будет либо флэт с намеком на такой слабенький откат, но я думаю, что дальше за сегодня уже идти мы не должны, это однозначно. Фунт за, ну, пятницу, он проходит примерно где-то 115 пунктов, то есть не больше. Вот, следующий актив, который у нас идет после фунта, это австралийский доллар. Сегодня и вчера я его продавал. Вот вчера небольшим объемом продавал, потом вечером добрался от опционного уровня. Сегодня утром открыл, посмотрел, что что-то не так. Часть, ну, сбросил позиции. Вот, и, ну, часть, которая осталась у меня висеть, уже закрыл, когда вот вышли новости, да. То есть смысла уже как бы было сидеть, ну, не было сидеть, да. Вот, поэтому, в принципе, по австралийскому доллару здесь также, я думаю, что намечается шорт, но еще не пришло время, да. То есть улетели мы крайне высоко. Вот, у нас с вами есть опционный уровень.
максимальное количество опционов call. Здесь у нас с вами сконцентрировано 77.95. Вот, я думаю, что как раз-таки вот возле этого уровня мы сейчас будем с вами расторговываться и, скорее всего, в ближайшее время будем уже уходить вниз. То есть я, в принципе, не вижу потенциала какого-либо в австралийском долларе. Вот, то есть основной импульс, который дает ему, вот основной вот этот импульс, который сейчас происходит, это происходит из-за доллара. Понимаете? То есть доллар улетает вниз. То есть вы посмотрите на фунт, да? Фунт сегодня пролетел 130-140 пунктов за день. Вчера 62, до этого закрылись плюс 40, да, то есть буквально пятница, четверг, среда, три дня подряд мы идем вверх, ну, а фундамент, ну, крайне вообще негативный, то есть там почвы под ногами нету, то есть не на чем расти, да, поэтому, в принципе, я думаю, что в ближайшее время у нас начнутся продажи, да, фунта, то есть кто хочет, уже начинает с фунта постепенно выпрыгивать, да, то есть кто ранее закупался фунтом, я бы, если бы сидел бы в покупках, я бы уже, ну, как бы чесал бы голову, думаю, блин, а зачем я так долго сижу в покупках, надо как бы вылазить. Вот, по австралийцу, в принципе, ситуация аналогичная. Я не вижу, то есть, глобального потенциала в нем, вот, и в покупках, как бы, я бы его не держал, бы смотрел бы в продаже, но вот на вот этом вот импульсе, который идет на протяжении всей текущей недели, вы видите, несколько дней подряд мы просто бычим очень сильно, вот, поэтому я думаю, что в ближайшее время, как только я увижу хотя бы один день, когда мы уходим вниз, здесь опционы у нас хорошие, уже как раз-таки буду формировать продажи, вот как раз-таки я буду работать по стратегии, ну, по подходу номер два, да, то есть уже выжду снижение, когда мы пойдем, и тогда, как бы, я буду понимать, что да, наверное, нужно уже продавать. То есть мы пошли, да, сейчас нет. То есть покупку пока что не буду, продажу пока что по австралийцу не буду формировать. Вот, следующий наш актив — это доллар иена. Вот, вчера открыл позицию вот с этого шпиля, с этой шпильки, потом добрался. Вот, сегодня, когда сидел в рынке, думаю, ну, блин, в принципе, продать можно, но хотелось бы продать хотя бы от ближайшего там опционной зоны какой-то, да, вот от 113.7. Интересен был мне этот уровень, но, в принципе, понимал, что, ну, наверное, мы не дадим его, да, но хотелось бы оттуда продать. Вот, и сидел, в принципе, так смотрел. Он мне еще позитивный баланс здесь нарисовался, поэтому я сижу вот так вот, думаю, ну, куда мы здесь пойдем? Ну, это, собственно, там буквально в нулях покрылся и вылез с иены, да, ну, видите, как мы улетели сильно вниз. В принципе, было бы приятно, но от иены я, как бы, думаю, что, в принципе, тренд будет пока что продолжаться. Подхватывать ее можно будет... Ну вот, в принципе, у меня ближайший уровень рисует 111.40, то есть ближайший уровень на покупку. В принципе, я думаю, что иена пока что будет развивать нисходящую динамику. Вот, то есть явно ее сильно затолкали вверх. И определенная коррекция ей нужна, да. Вот где-то возле ближайшего опциончика я его и буду смотреть в покупку, но не раньше, да. То есть, опять же, пока что на текущий момент больше иенка смотрится вниз, да. Вот, чисто технически 112.84 можно, собственно, смотреть в продажу. Так, Евгений просит, повторите по евро, пожалуйста, пропустил. Смотрите, по евро буквально кратце, пока что ориентиры на рост, продажи выше 1.15, покупки интересные лично мне ниже 1.14. То есть 13.90, 13.80, где-то вот здесь вот интересно какие-либо покупки. То есть не раньше, пока что по евро, ну, выше не готов покупать, ниже интересно, там с коротким стопом можно, в принципе, прыгнуть. Ориентир для вас должен выступать, это 13.78, вот этот вот минимум, который вчера у нас формировался, да, вот за него, в принципе, можно будет цепануться, да, если мы его продавим, тогда явно там куча стопов, да, то есть их тут явно очень большое количество, мы их успешно все сбиваем и улетаем дальше вниз, а улетаем мы в сторону 13.18, да, поэтому на сейчас, безусловно, это покупки в случае сбития стопа, сразу же, ну, стоп, я бы лично так делал бы, да, то есть покупать есть, ну, уже на следующую сессию понедельника, покупки мне виднеются возле 1.14, стопится, скорее всего, буду вот возле вот этого вот минимума, ну, там посмотрю уже по раскладу, но глобально, в принципе, покупка еще имеет смысл, прям пока мы не продавили вот этот минимум. Минимум у нас проходит по 13.69, как только мы его продавим,
пробили, да, то есть закрепились там часовой свечкой, когда, в принципе, можно как бы забывать о покупках на какой-то промежуток времени и присматриваться к ним уже возле 13.14, 12.78. Это, вот там, возможно, будет покупки сделать. Но, в принципе, потенциал на снижение у евро, на рост у евро еще есть, да, то есть и пока мы не выше 15, тогда можно, собственно, смотреть покупку, то есть выше 15, 1.15, я считаю, что это крайне высокая перекупленность, вот, и там уже, в принципе, нужно уже вылазить, и как бы я бы уже выше 1.15, ну, не покупал бы, да, какую-то позиционную сделку не делал бы, максимум внутри дня там бы что-то как-то пихался бы, да, но не больше. Вот, значит, следующий актив, ну, по иене ясно, да, пока что тренд вниз, ориентиром будет выступать этот ближайший минимум, 112.85, ну, так сказать, точечка, да, от которой можно будет, за которую можно будет зацепиться, то есть, если будет к ней подход, я думаю, что это будет для нас хорошее сопротивление, за которое можно будет, ну, цепляться и продавать, да, и, в принципе, ориентиры однозначно вниз, но остановки нету у иены пока что, да, остановка у нас может быть с вами ближайшая, 111.42, и на этом как бы все, да, пока что таких вот хороших, ну, как бы более ориентиров нету, то есть иена я пока что так вот, ну, как бы не торгую, да, вот, ну, вот сегодня опциончик такой пробили, достаточно такой массивненький, я не думал, что мы его пробьем, но мы его пробили. Вот, пробурили достаточно быстро, активно вниз, вот, успешно, поэтому я думаю, что потенциал к росту иены, да, то есть снижение валютной пары все же остается, ну, туда вот в сторону 111.43, в принципе, вполне легко. Значит, следующий актив это золото, вот, вчера говорили, обсуждали уже очень долго, вот, ну, сформировали позиции на покупку, подкупали мы его, действовали по сценарию number one, да, начинали вот таким вот образом все это дело закупать. Вот, что, в принципе, интересно, сегодня мы давали цену 12.15, вот, ранее вчера говорил о том, что 12.15 это просто классная цена для покупки, то есть, если бы у меня не была открытая сделка по 12.13, я бы по 12.15, ну, купил бы однозначно. В текущей своей ситуации я не вижу смысла покупать по 12.15, если я открыл по 12.13, то есть, ну, как бы, ну, не совсем логично, да, вот, здесь вот хороший опцион у нас сформировался на сейчас. Вот, достаточно такой массивный, прямо в него сегодня спустились, ударились и отскочили от него. Вот, на вот этом сильном импульсе уперлись в ближайший колл опцион. Он проходит у нас под 12.32, прям, как видите, почесали его и откатились, да, от него. В принципе, на сегодня как бы все шоу завершено. $16 это не максимум, в максимум это $18-19, ну, там уже все, да. Вот, поэтому, ну, движение я имею в виду, максимальное движение по золоту, там $18 в день больше мы не даем. Вот, поэтому на сейчас... Думаю, какое-то плавное снижение, вот, как видите, мы закрепляемся выше вот этого вот максимума, который был сформирован на прошлой неделе, видим, да, что здесь вот какие-то попытки от толчка вверх, вот, мы попробивали максимум локальный на текущей неделе, вот он у нас с вами сформировался сегодня, вот, если мы, в принципе, закрепимся выше вот этих вот всех максимум, которые были ранее, в частности вот этого, да, который был на нонфарме, насколько я помню, 07-го у нас нонфарм был, да, на нонфарме, который был сформирован, очень-очень красиво будет, да, вот выше вот этих, если максимум будем закрепляться, так, пятница, четверг, среда, вторник, понедельник, да, то есть, в принципе, если выше вот этих максимум будем цепляться, ну, там, выше 12.28, очень хороший позитивный сигнал, то есть, я думаю, дальше будем вполне спокойно идти. Вот, если будет коррекция туда в сторону где-то 20, я буду однозначно покупать, докупать возле 20-очки. Вот, мне нравится этот уровень, 20-ка такой достаточно классненький, классная цена, то есть, и, соответственно, от нее я буду добирать. Вот, как-то примерно так, то есть, явно мы идем вверх по золоту сейчас. Я думаю, что, ну, наши целевые ориентиры это 50, но, скорее всего, 50-очку мы с вами достаточно успешно пробьем, вот, и, ну, вот сможем вот к ней сюда подлезть. Я думаю, что буду подбирать, если будет какое-то снижение хорошее, где-то возле, там, 20 будут добавляться, вот, в лонг сейчас. По золоту. Так, следующий наш актив, коллеги, это нефть. Ну, нефть я пропускаю, пока что ничего по нефти интересного нету. Вот, все достаточно скучно. Вот, какое-то не... То есть, глобально, смотрите, мы...
сейчас прогрузится. Глобально, то есть, такое очень кисло, очень вяло. То есть, $2 туда, $2 сюда, и на этом так. Так долго грузится котировка. Так, давайте четверку я отключу. Так, окей. Ну, в принципе, логику понял. Я пока что в нефть не лезу, не смотрю, не торгую нефтью. Вот, по газу второй день пытаемся пробить опционный уровень 29.45. Безуспешно, естественным образом. Получается у нас его удержать. Давайте посмотрим нашу с вами опционную доску. Что там по золоту, так сказать, да? Изменилась ли как-то наша ситуация по золоту сейчас? Так, секунду. Вот, итак, в принципе, да, по газу изменилась ли наша ситуация. Сейчас посмотрим ближайший контракт. Контракт еще будет торговаться до конца месяца текущего, да, он будет, так сказать, в зените, вот, и картинка у нас следующая. Значит, смотрите, в принципе, наш с вами продавец строечки постепенно убирается, да, видим, что объем стройки продавца постепенно уходит, при этом рост покупателя на тройке не обнаружился, да, не, хотя нет, наоборот, у нас вырос, вот, смотрите, вырос по троечке у нас с вами покупатель на троечке, видите, вырос. Но продавец у нас с вами никуда не ушел. Соотношение контрактов put и call в сторону у нас с вами put. Это означает, что больше покупателей. По объемам также в сторону у нас с вами покупателей. То есть больше покупателей сейчас на рынке газа, чем продавцов, да, то есть их, ну, они явно в преимуществе у нас с вами на сейчас. Вот, поэтому я думаю, что, в принципе, вот эта вот троечка, которая есть сейчас, она, ну, определенное время у нас с вами постоит, и, скорее всего, ну, в ближайшее время есть, ну, очень высокая вероятность того, что мы ее пробьем. Вот, где мы можем остановиться, это 2.90, вот возле 2.90 может какой-то такой небольшой зацеп у нас непосредственно уже и произойти. Вот, соответственно, для троечки сейчас опционный уровень у нас проходит по цене, сейчас, коллеги, $29.01, вот где у нас находится опционный, это троечка наша с вами. Вот, где у нас она сейчас проходит. И 2.85. Это следующий опционный уровень за ним. Вот, как-то примерно так. 2.75, он, как всегда, очень-очень далеко. Вот, пока что к нему мы не идем. И, соответственно, вот этих уровней я бы буду смотреть покупку, да, то есть ни раньше, ни больше, ни меньше. Как-то вот примерно такая вот, собственно, ситуация сейчас по газу. Вот. Так, следующий актив — это S&P 500. Сегодня закрыл сделку, которая была раньше. Вот. Здесь, в принципе, ну, закрыл сделку, потому что мы достигли ориентировочных цен. То есть практически, ну, возле максимума, да, мы сегодня с вами расторговались. 24.52 была цель, вот, ее успешно выполнили. Вот, практически возле максимума закрылся, вот, и, собственно, отсюда уже вылез. Ну, как-то вот так вот на этом все, да, то есть дополнительно здесь ничего не добавишь. Вот, с открытия я смотрел, ну, как бы мы резко то вниз, то вверх, вот, такие, в общем, дела были. Вот эти новости, которые выходили по инфляции, давали, конечно же, о себе знать. Вот 16.30, вот, поболтались и дальше вверх прошли. Вот, в принципе, я думаю, что хай мы вот этот будем обновлять. Скорее всего, мы его будем сбивать, но уже без меня. Вот. Так, следующий актив — это NASDAQ. Вот, вчера еще, если помните, я докупался по NASDAQ. Сегодня, в принципе, это можно было делать также. Повторчик. Вот, по NASDAQ вышел, у меня цели были, это ближайший максимум, то есть, ну, где-то вот примерно здесь, то есть 58.30, то есть куда-то вот в эту точку я целился, но сегодня, в принципе, посмотрел, что здесь контракт у нас опционный, да, сформировался, поэтому я вот прям вот в него и выходил, как видите, да, вот это все сделки, которые были у меня раньше.
открытый, да, все их успешно позакрывал, в которых ранее сидел, да, и, соответственно, уже вот без позиции по NASDAQ остаюсь, да. В принципе, вполне возможно будет в ближайшее время даже присмотреться к продажам NASDAQ, но только очень аккуратным. Вот, пока что мы в восходящем тренде, то есть он такой достаточно хороший, такими вот ступеньками мы идем, поэтому пока что, ну, смотрится продажа, но еще рано. Вот. Дальше DAX идут. Вот на DAX, давайте посмотрим, как мы открывались. Вот цена открытия. Пытались, оборонялись. Вот, но вот какая-то вот такая вот структура. Не совсем понятно, не совсем ясно. То есть такая слабо пригодная для трейдинга. Вот. Далее по евростоку, как видите, в принципе, ситуация такая же. Вот, открываемся. Вот, цену открытия тоже не совсем удачно удерживаем, то есть мы ее бурим, да, пилим, но так себе, да, в общем, все это происходит. Далее у нас идет Евросток. Так, давайте посмотрим. Вот Евросток с открытия 10.00, такая же самая логичная ситуация, как и у всех. FTSE сегодня уже отыгрывает вниз, вот с открытия он себя показывает более лучше. Так, давайте посмотрим, где как FTSE. Вот мы открываемся, да, и никаких даже возвратов нет у нас, видите, то есть сразу же открылись и улетели вниз. Вот, как-то примерно так. Так, помню, коллега, ну, или присутствует у нас уже не первый раз. Вот, по многочисленным заявкам мы доллар, канадский доллар. Смотрите, не смогли мы удержаться на этом опционном уровне, который отмечали с вами ранее, на 27.23, его мы также успешно пробурили, вот он у нас с вами проходил, вот, продавили мы этот опционный уровень, вот у нас с вами страйк, и уходим дальше, дальше, дальше вниз, вот. Опять же, тренд у нас с вами продолжается по доллар-каду, да, то есть видим, что баланс у нас негативный, то есть если желтое, это означает продажа, да, вот, то есть пока что доминирует продажа, шорт, вот, ну, в принципе, другого быть не может, да, я думал, что, в принципе, мы удержимся возле этого уровня, но, как видите, не получилось, да, вот, ориентиром были у меня, вчера мы с вами говорили о следующем, то есть если сможем закрепиться выше этого уровня, да, вот, тогда, безусловно, можно будет искать покупку, если нет, тогда дальше, в принципе, продолжение в продажу, вот, как видите, ничего не получилось, то есть этот уровень мы не удержали, его мы продавили и уходим дальше в снижение. Вот, поэтому где можно будет цепляться за покупки, вот ближайшие ориентиры, это 26.01, следующий за ним 25.15, да, ну, в принципе, на этом как бы все, да, то есть дополнительно здесь ничего не добавишь, то есть тренд вниз, то есть нисходящая динамика, в принципе, она дальше продолжается, нефть, как видите, у нас пытается что-то тут вот показать вверх, да, какие-то попытки делает, но, в принципе, здесь вся основная динамика зависит от американского доллара, то есть он уходит вниз, соответственно, канадский доллар у нас укрепляется, вот, поэтому сейчас тренд, я думаю, будет и дальше у нас продолжаться в шорт, вниз. То есть, если хотите смотреть продажу, безусловно, дальше можно будет ее искать. Вот, покупки, ну, как бы, интересны только по цене 26. Вот, ближайшие эти наши с вами уровни. 26.14, 25.14. Вот как-то примерно так. Вот, если говорить о продажах, в принципе, вот этот ближайший максимум, который у нас был ранее, 26.80, рассмотрите его. Возможно, если будет к нему подход, здесь уже какая-то сопротивление сформируется, и от него можно будет продать. Вот, как-то примерно так. Вот такая вот, такие вот у нас расклады непосредственно на сегодня и на сейчас. Вот, коллеги. Так, возвращаясь к вам, так, переключаясь на камеру. Коллеги, есть ли вопросы? Вот, кто у вас вообще из вас сидит в золоте? Вот, обсуждали долго эту сделку, вот, не первый день. Если вы смотрите это в записи, также отписывайтесь. Я мониторю все трансляции, вижу, там кто-то все время плюс ставит. Спасибо, благодарю. Вот, я всех вас вижу, всех готов на все вопросы отвечать, комментируйте, всегда за. Вот, возможно, кто-то все же открывал позиции по золоту, нам на прошлой неделе просто кричал, пищал, открывайте, открывайте, открывайте. Вот, считаю, одна из самых таких толковых сделок, вот, по золоту, вот, потенциал достаточно сильный у нее, вот, если есть желание, можем также в ближайшее время там добавлять криптовалюту,
биткоин у нас также есть, можем на него также посмотреть немножко, да, как он там себя ведет, возможно, что-то по нему придумать интересно, какую-то идейку, да, сформировать. Вот, поэтому, если есть желание, либо отписывайтесь сюда мне в чат в трансляцию, либо уже под комментарием на YouTube-видео, да, можете там тоже что-то оставить, я отвечу. То есть, если есть какие-то пожелания, допустим, вы не успели, а смотрите запись трансляции, у вас хватило сил, так сказать, уже дойти до этой точки, да, все просмотреть, вы не закрыли и не пошли пить кофе, да, или заниматься своими делами, супер, отпишитесь, я буду рад также, возможно, внести какие-то изменения или там инструмент какой-то, вот. Вот такие вот, собственно, дела. Так, смотрю на вопросы. Так, я в замке. А, вы в замке, поэтому мне очень интересно CAD. Я думаю, что, в принципе, ну, то есть то, что мы с вами ранее проговаривали, да, по канадскому доллару, ну, мы как бы и дальше движемся вниз, вот, по канадцу. Вот, то есть потенциал снижения, в принципе, остается. Ну, здесь лететь. Мы ранее с вами смотрели, возможно, обсуждали даже возможность того, что вот здесь мы можем как-то оттолкнуться, да, вот возле вот этого вот минимума, но, как видите, не судьба. И дальше мы проваливаемся по канадскому доллару, поэтому я думаю, что, скорее всего, ну, крайне возможна вероятность того, что мы и дальше будем идти вниз, понимаете? То есть пока что покупателя на доллар нету. Вот, и по графику мы явно видим, что, ну, как бы, ну, только вниз, да. Но вот этот вот минимум еще может быть как-то, ну, здесь у нас как раз опционный уровень 25.12, да, есть, вот, ну, возможно, отсюда, да, вот, возможно, отсюда отскок, но я не уверен, конечно же, то есть, думаю, что, в принципе, уже очень сильно мы забурились вниз, скорее всего, тренд будет и дальше продолжен, то есть, и дальше будем уходить туда, туда же вниз, вот, как-то примерно атака. Так. Так, все, окей, коллеги, тогда всем спасибо за внимание. Так, желаю вам успешного трейдинга. Ну, конечно же, жду вас в 17.30 на ежедневной основе. Кто не успевает, тогда, безусловно, в YouTube. А, вот, на сегодня у меня все. Всем хороших выходных, прибыльных сделок, успехов в обучении. Всего вам доброго, до свидания. Так.